Распространение COVID-19 в Молдове стало причиной того, что Румыния включила страну в желтую зону. То есть наличие сертификата о вакцинации стало обязательным условием для пересечения границы. Правило касается обладателей румынского гражданства. В силу оно вступит 19 сентября. Если свидетельства нет, придется уйти на 14-дневный карантин. Он отменяется лишь для тех, у кого есть справка о наличии антител, выданная в течение последних 180 дней. Освободят от самоизоляции граждан, которые предъявят ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда.